мы берем тачку и так спокойно все делаем. Максимально настрой себя психологически так, как будто мы просто покупаем продукты. И их выбираем довольно тщательно, довольно много берем. Ну и как бы больше меня снимает. Ходи, будешь снимать тебя тоже. Заходи как-то задом, что ли, больше. Ты что делаешь? Под камерами, чувак. Под камерами ты делаешь. Кто и напрягается с этого? Шутить. Вокруг меня как шакал бегаете, это не очень хорошо. Магазинчик недалек, все бутылочки сдадим, да и сообразим. Так, ну надо взять немножечко. Вермута мы взяли, это нормально. Хотя мне вот не велят это все брать. Не советуют мне злоупотреблять этим, но я иногда так делаю. Все равно. Что у нас здесь блинки. Надо взять блинков, наверное. Блинки без начинки. А с начинкой? Там есть блинки с начинкой. Я думаю, мы поищем блинки с начинкой. О, сироп кленовый. Ну, дорогой. Хотя мне, знаешь, я могу и подороже взять. Тут же смысл в чем, чтобы подороже. Вот 93 лучше, чем за 79. Или за 81, больше 93. Пиво нам не велят, пиво не велят. А вот
вот и горячий, блин, вот муха летает. Муха. Свиной шашлык. Нам надо. Возьмем один шашлычок, чтобы покушать. Поедим шашлычку. Ну и, наверное, куриного бедрышка надо. Чтобы так-то уж взять куриное бедрышко. Бедро куриное, ну, хотя это такая еда. Народная, но будем ближе к народу. Все-таки ближе к народу надо быть иногда. А где же это у меня мобильный телефон? Вот. Мобильный, вот. Наверное, вам больше не надо вокруг меня ходить, это все видно на камеру, как вы вокруг меня ходите. Поснимали и будет. Рыбки надо красные. Это такое блюдо исконно. Исконно русское блюдо. Рыбки возьмем. Холодная, да, холодная, малосоленая. Холодная. Нет, малосоленая. Пожирней кусок выберем. И даже два надо взять куска. Потому что одного всегда мало. Надо закусить. Хорошо. Пить, наверное, заканчивай свою эту деятельность. Все, поснимал будет. Пить при свече сейчас надо. Жаль, нет сельди такого, целой селедки. Мы бы сняли сейчас. То есть мы бы взяли эту селедку. Сельдь вот такая бывает, знаешь. Ну и морячок возьмем, да? Морячок оригинальный. Недорогой, наверное, он, да? Сколько? Ну да, недорого. Вполне, вполне. Морячок. Ну-ка, что у нас получается? Так, 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 так. Ну, еще пакетик надо наложить. Еще пакетик. А не выбрать ли нам пиво? Пиво, наверное, не велят нам. Вот да, вот какое-нибудь дорогое, если взять. Не буду. Ладно, без пива обойдется. Ну, наверное, там не буду. Ну и виски надо один взять. Как же без виски? Сейчас без висок никуда. Возьмем виски. Почем там они? Дорогие, ну возьмем. Дорогие, недорогие, а? Брать придется. Подушки брать не буду. Обойдется она без подушек. Вот если только развязался, надо завязаться. Крест мой. И этот восток, магазинчик недалек,
все бутылочки сдадим, да их сообразим. Ну вот, как-то так получается. Еще это надо что-нибудь взять ценное, полезное. Метку. Мальчик. Русском. Ты там ворот, что ли? А кто здесь? Мальчик лежит внизу. Метку возьмем, да? Мишку. Нет, Мишка. Сейчас Мишка правит. Мишка. И мед таежный надо взять. Вот таежный мед хороший. Таежного метку возьмем. Будет хорошо. Да. Меня не торчит? Ничего. Огурчиков, вот. А то бы так и прошел. Дядя Ваня, огурчики. Не огурчики, пику, не. Нашему вору все в пору. Огурчиков возьмем. Ну и, наверное, помидорчиков возьмем. Вот помидорчики с огурчиком. Вот, хорошо. Овощную, ну и ладно. Че ж мы. Надо взять каких-то фруктов по-божески. Возьмем персиков, пожрем. Короли. Персиков. Ну только смотрите, как у меня все здесь укладывается. Да вроде укладывается. Ну и слава богу. Вот и хорошо. Позвоню-ка я своему приятелю. Книжки, журнал, надо журнал взять. Приятелю позвонить.
Ну я, наверное, скоро уходить буду, так что. Ладно. Давай-ка мы возьмем мужской журнал. Мужской журнал. С Элосом Пресли можно взять. Максим журнал. Вот, есть. Мужские журналы есть. Вот. Что-то в этом духе мы и возьмем. Журнал Максим. Мужской журнал. Простой. Да ему люди. Падает все. Ну и слава богу.